Доброго времени суток всем нормальным людям. Сегодня открываем призы. Мы до платиновых призов дошли. Два Jumbo Elite Players Pack, два Jumbo Premium Players Pack и 500 Hot Points. Берем, естественно, непродаваемые, побольше наборов и больше вероятностей. И, ну, естественно, будем еще открывать... Будем этих игроков, которые выпадут, использовать для сборки игроков из нового ивента, где нам выпал сегодня Митчелл Марнер. Вот в этом наборе, только продаваемом. Все, удачи, погнали. 20 предметов. Так, не посмотрел я, сколько там игроков, 80+. Ну, какое-то количество будет. Ну и сейчас что? Ну все, что, наверное, выше 89 сейчас в цене. Еще я хочу в турнире поучаствовать. Лига, как это они там называются, Лига Про, что ли? Я подался в прошлый раз, а там нужны игроки все базовые. И оверолл команды 84. В общем, я снялся, потому что у меня никого таких не было. А были вот эти бомжи по 78, которые... На ими там играть нереально. Так, здесь ничего не выпало, только Морган Ралли. Пойдет в обменник, потом нормально. Так, 5 игроков 80+ здесь. В этом наборе. Но повторю, Митчелл Марнер 98 сегодня выпал. Это, конечно, повезло, так повезло. Я им уже поиграл за один. В первом же матче 3 гола забил. Поставил его в первую пятерку слева. Потестить. Так, пока ничего нам прямо сочного не выпадает. Пассажиры какие-то, планета Земля. Так, вот здесь Jumbo Elite Players Pack, 18 игроков, 80+, поехали. Хотелось бы, конечно, набрать коллекционок, может быть, Патрика Кейна купить ТОЦ. По-моему, 13 коллекционок стоит. Вау! Барзал, у меня есть 94-й, теперь будет 95-й. По скорости топчик от всех убегает. Опять повезло. Ну, сами знаете, блин, у меня уже места в команде нет, ребят. Я уже не знаю, куда ставить его. У меня сейчас Ларкин там... Маккинон, Ларкин по центру. Ну, то есть, все 95-99, куда Барзала? Так, конечно, надо бы его. И еще 94-й Барзал на замене. Барзал на замене. Ивентовс. Ивент, помните, был, где Барзала собирали? Да. Если бы 90-й выпал, проблем не было в сборку. 91-й. 98-й тоже, ладно, в состав. А 95-й... Ну, я думаю, надо попробовать его хотя бы. Смотрите, наверное, завтра вечером сниму матч с командой недели. Будут Форсберга 96-го, Марнера 98-го, вот этого Барзала. Всех оттестим. Да, сегодня, наверное, у меня так в жизни не было такой сборки, как сегодня. 98-й, 90-й, 97-й, 95-й сейчас прямо... Сегодня какой-то порушенный день. Кому-то что-то хорошее я сделал раз. Да, сейчас Даниила из ЦСКА скидывал видос, чего у него выпало. У него в одном наборе выпал Экель 94-й и Квин Хьюкс 93-й. Я у Квин Хьюкса сразу в состав себе взял. И Экель мне тоже выпал на этой неделе 94-й. Я его поставил уже в состав. Так, хотел бонус открыть, вот эти парочку наборов, а у меня они еще не остыли. Ладно, попозже. Так, 500 очков. Будем турнирчик играть на этой неделе. Хат чемпионшип. Так, кстати, халява никакой не появилась.
Да пока нет, все то же самое, да. Так, набор, который мы сейчас открываем, номинал его 75 тысяч, если что. Так, идем дальше. Нет, давайте так, остынет 82+, я вам и в конце откроем вот этот набор. А я вам пока покажу Митчелла Марнера, который сегодня выпал. Я затестил, мне зашел. Я его поставил, Рантина сюда спустил. Вот на этой неделе мне Экель выпал. Давайте пока Экеля потестили и возьмем Барзал 95-го. Видите состав? Все вот эти на запасе сидят. Барзал 94-й. Вот Барзал 95-й. Мэтью Барзал 95-й. Попробуем. Кадри. Все это на замене. Фортберг. Тарасенко настолько хорош. В ответственных матчах забивал голы, что не могу его не ставить. Ну, Райтен, понятно. Капризов. Тот МакДэвид, конечно, уже подустал, 93-й, но все равно все еще играет. Как мне написал Даниил из ЦСКА, Митчелл Марнер — это праворукий Кейн, я с ним полностью согласен. У меня вот эти два звена, тут рулит Марнер, Халл, Ларкин, а здесь просто Кейн всю игру делает. Маккинен так, когда нужно, подключается. Так. Итак, бонусные наборы хочу 82+ взять. И в конце уже открыть финальный набор Jumbo Elite Premium Pack. Вот так. Что себе голова на все фото. Какой вес? 90 килограмм. Да, вот в этом наборе у меня тоже нормально выпало. И сегодня выпало несколько раз фиолетовые. Ну, открывал много. 5 наборов, наверное, открыл за день. Кто-то пишет, серебряных игроков собрал, выпал 99-й МакДэвид на этой неделе. В группе Немезида видел. Так, 82+, открываем. И потом финальный набор и спать на сегодня. Так, серебро, бомжики пока попадаются. Вот так вот. Еще один, сегодня реально день раздач. Шейн Райт, Канада. Сеньорского чемпионата мира. Принципиально поставил его в команду потестить. У меня потому что несколько канадцев я ставил. Просто они в порядке, ребят. Все. Так, и последний набор. Ну, уже мы, в принципе, неплохо за день 5 фиолетовых наборов игроков 90+ выпало. Открываем Jumbo Elite Players Pack. Кутюрье, 83-й Таварес. Еще один. Кажется, в наборе фиолетовый. Герман Рубцов. Флорида Пантерс. Россия. Я не знаю, будет еще трейд-дедлайн, если... Мне кажется, вот мне выпадают такие трейд-дедлайн карты уже второй раз за день. Будут ли они расти или нет, я не видел в объявлении, чтобы они появлялись. Екель 85-й. Да, сегодня раздача, ребят. Никогда... Еще просто. Еще и Гибсон 85-й. Ну вы посмотрите. Никогда таких раздач не было, как сегодня. 98-й, 95-й, 90-й, 88-й. Наверное, 10 84-х, 5 83-х, парочку 86-х, 1 87-й. Ну, таких раздач никогда не было. Спасибо. Еще 83-й, Брук Бозер. Ладно, я доволен.
Барзал 85-й, добро пожаловать на тестирование в команду. Врайта поставим тоже. Врайта поставим тоже потеститься. Куда его уже его ставить, я, честно говоря, ребят, не знаю. Тут, ну... Давайте, не знаю, за место 8 на Мэтьюса так на денек поставим. Завтра поменяем обратно. Команда недели, Team of the Week. Right. Все, ребят, спасибо за просмотр. Хорошая раздача. Завтра будет у нас, во-первых, призы за Elite 1. Squad Battles, битвы отрядов. Потом смотрите, что мы завтра откроем. Jumbo Elite Pack, это как мы только что открывали. По-моему, да, правильно? Ну, вроде да. И Ultimate Pack номиналом 100 тысяч. Это мы открываем завтра. Так что приходите, будет интересно. Спасибо всем за просмотр, хорошего вечера. Пока-пока. Пока.